Теперь тебе скажи. Я убираю это. Вперед и начинай катиться по земле. Хорошо. Автобота вперед! Когда парень пройдет рядом, крикни. Да, я махрад сел. Не подпишите мою петицию. Не двигайся, стой. Да, просто встать вместе. Скажи, вам придется взять ее самому. Вам придется взять ее самому, я не могу двигаться. А есть там вот пух у нее. Скажи парню в красных шортах, шлепни меня по спине, и я смогу двигаться. Я не шлепну. Ничего не говори. Что, иди, я буду убирать, иди. Хорошо, просто дай вам уважение. Дальше мы попросили прохожих поучаствовать в репетиции для фильма. Итак, Гаррет, ты готов приступать. И вот вот и видишь, ты должен попросить прохожего принять роды. This mustache is ridiculous. Give me the dum dum yes yes. Give me the dum 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 yes yes. Give me the dum 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 yes yes. Give me the dum 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 dum. Магнит такой, что красиво стоял. Как его назовем? Ты такой красивый. Скажи, ну хоть обнимемся? Ну хоть обнимемся. Давай обнимемся. Обнимемся. Почему он подыгрывает? Он даже держал ребенка. Он актер. Это было странно. Он подыграл. Трезвый пуповину и актер моего ребенка. Он тебя не поцеловал. У меня актер. Отличная работа, Гаррет. Действуй, мы тебе как не рассказали, что делать? Или скажем, пока ты не подойдешь к человеку. Вот так, в серых штанах. Повернись. Ты дерево, попавшее в ураган. Побеги к ней, скажи. У нас нету пакета. Можно вас поставить? Такой пакет, вот я еще на... Это для туалета я набрала. Из-под брюха. Я учусь на актерском и репетирую. Профессор дал мне задание, для репетиции. Ты будешь играть в фильме про зоопарк, поэтому и добра. Ну ладно, кинь мне рыбку. Я буду... О, отлично, порядок. Теперь ты, шимпанзе, начни бить себя в грудь. Активнее, опустись на землю. Спасибо, Жек. Это было слабо, Крис. Еще раз. Кажется, зоопарк получился так себе. Довольно забавно. Да, мы просто не объясняй никому, что ты делаешь. Да. Зари как Тарзан. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Тарзан. Что-то неохота. Ты что, сдаешься? Я испугался. Я сдаюсь. А, ты сдался. Сегодня ты будешь репетировать роль героя. Сейчас я тут это закончу записывать. Я не могу это делать. Я бы с радостью сделал что-то другое, но не это. Так, ничего.
честно. Ладно, моя, это еще потом новые видео запишу.